Ну что, яхонцевы, если вам сынок решил-таки привезти вас, забрать к себе из деревни в город, встает вопрос получения пенсии, ведь вам ее духаты носили. Перво-наперво вам надо открыть счет в сберкассе. Сразу привезите к нему девичью карточку. Там же можно открыть интернет-банк и даже привязать к нему свои старые живые книжки. Правда, для этого нужно заключать договор полного УДО. За который ежемесячно списывается денежка. Открыть счет нужно идти в ПФР по месту прописки. То есть пока еще из деревни не уехали, надо идти. Или сынок ваш может сходить, но ему нужна генеральная доверенность от нотариуса. В ПФР могут писать заявление о смене способа доставки пенсии и указать реквизиты того самого счета, открытого в сберкассе. После этого можно отправляться в свояси.